утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. В общем, если это сюда, ага, то это, короче, вот сюда. Ага. А это куда? А это... Здравствуй, собачий! А? Привет, Зубок! А чего это ты делаешь? Ну, это самое... Это ну, самое... чего это? Ну, это самое, часы чиню, видите? Ой, какой симпатичный будильничек! Да. Полезная штука! А где ты его взял? А, где взял? Рассказываю. В общем, пошел я сегодня, короче, это... Гулять? А? Ну, это самое, прогуляться. Иду, короче... Короче, по короткой дороге? Так там же не пройдешь, она вся валежником завалена. Да нет, короче, это я просто так сказал. В общем, иду я по тропинке. По берегу, значит, мимо этой самой... Мимо этой самой... Это мимо кого? Да. Да никого, а чего? Мимо этой самой, короче... Мимо речки иду я. Ой, это ты говори с ней, Зубочек. Но мы же не можем догадаться, что значит и это самое, или короче. Ну ладно, ладно. Короче, навстречу мне идет, в общем, этот, и говорит. Да кто этот? Ну что, вы не понимаете, а? Этот, это бобер. И спрашивает, тебе нужен этот, ну как его, во, сломанный будильник. Я говорю, конечно, нужен. Я его, собственно, починю, и он будет работать. Вот. А, собственно, это значит, сам своими руками? Ой, да нет же. Просто это слово такое. Я сам не знаю, зачем, короче, я его сказал. Просто так, в общем. Ну и вот, значит, взял я у бобра будильник. И вот сейчас его это... Это значит, чиню? Ну да, сижу, значит, и с деталями того, например... Да мы видим, что с деталями. А того, значит, разбираюсь? Ну, конечно! Ой, сложное это дело, в общем, а... Ой, Зубочек, а давай мы тебе поможем, а? Все равно у нас время свободное до обеда. Да, а будильник вещь полезная. Все вместе починим, нам всем он и пригодится, чтобы вовремя просыпаться. Да! Так, чем тебе помочь? Ну, сейчас мне нужна такая эта штука... В общем, короче, которая крутит, ну, это самое, ну, это, ну, вы поняли, в общем? Ой, я не поняла. А я поняла. Жди, Зубочек, я мигом. А ты, Веснушка, смотри, как я с этими разбираюсь. Ну, вдруг пригодится, вот. Так. С этими, это, с деталями? Ну, да. О, видишь, ты с полуслова меня понимаешь. Так. Смотри, вот эту я откладываю вот сюда. А вот эту, короче, вот сюда. А тут нам понадобится другая штука, которая это... Ну... Вот, вот, Зубочек, держи! Еле отыскала на кухне. Что это? На кухне? Шуня, ну это совсем не то. Мне нужна была штука, которая, чтобы крутить. А это тоже, чтобы крутить. Покрутишь, и банка с консервами шить, и откроется. Ну, в общем, короче, это не то. Ну, ладно. Теперь мне уже другой инструмент нужен. Да? Да, поможете? Ну, попробуем. Так, отлично. Это у Енотыча в кладовке лежит. Как входишь, сразу это... направо, направо. Такая штука, которая вжик-джик, это... И готово. Что-то я ничего не поняла. А, я поняла! Сейчас принесу. А, ну вот видишь, Шунечка, этот-то, ну этот самый, ну короче, починить легче легкого, вот. Ты про будильник? Ну про что же еще? Зачем мне веник? Как зачем? Ты ж сам просил, который дыш-дыш и фыш-фыш, а веник она дыш-дыш и фыш-фыш, и все подметено. Да я просил принести вас эти, как там их, ну вы же меня поняли.
а вы принесли другие. Да ничего мы не поняли. Ты так объясняешь, что ничего не ясно. Ой, ну помощники из вас, да никудышные, вот что. Ну и сиди тут со своим, этим самым, с будильником. Да. Здравствуйте. А что у вас случилось-то, а? А мы уже уходим. Ну и уходите, уходите. Я вижу, тут у вас ссора произошла. Да я их просил принести эти, ну как их там, ну, чтобы часы починить. Они принесли эту, ну которые консервы того. Ой, еще этот самый, ну, который подметают. Вот скажи, Енотыч, ты что-нибудь понял? Ну, кое-что я точно понял. О! Зубок, ты, значит, короче, это самое, того этого, в общем, да? Чего-чего? А что непонятного-то? Это самое того этого. Ничего не понимаю. Вот и мы ничего не поняли. Ну, я же это самое так не говорю. Я же это, ну, того. Ой. Ну вот-вот, чтоб другие тебя понимали, нужно следить за своей речью и говорить правильно. Вот теперь попробую сказать то, что ты хотел, без слов. Это, короче, и в общем. Так, Шунечка, Веснушка, мне нужны были эти... Да нет, мне нужны были отвертка... И маленький напильничек, вот. Я так все объяснил, что вы, наверное, ничего не поняли, да? Ой, простите меня. Я теперь буду говорить правильно. Ну ладно, чего уж там. Прощаем. Ну вот и славно. А теперь давайте попрощаемся с ребятами. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. До встречи в Шишкином лесу. Всего вам хорошего. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.